Здравствуйте. Аттракцион неслыханной жадности, вредности и бандитизма. Наша Корлеоне. Не знает, кого еще шугнуть. Во всех корытах все ее. Все, все пошли сюда. Белочки все здесь. А это гадина, который хвост обрастает. Что делает, посмотрите. Просто вредничает. Ну, а завтра дождется, я ее тоже отсажу. У нас уже отсадка одна есть. Госпожа Роза. Можно сказать, в личном кабинете. Вот, посмотрите, Роза. У Розы какой ежик на спине. Это у нее пилила тут. Видите? Кровяные такие сосудики. Они сейчас наполняются перышком. Уже так перышки проводить. Красота. Скоро Розка будет красивая. Роз, что тебе здесь не кушает? Смотрите, вылазит, ищет. Как погонять бы на Роз. Без нее ведь все творят гады. Без нее. Это Корлеоне на нее. На дуру тоже внимания никто не обращает. Пошли дальше. Ой, пошла посочувствовать товарке. Поглядеть, вдруг у нее там что поесть можно. А никак. Завтра чует мое сердце. Будешь ты тоже там же. Разогнала очередную компанию творческую. Бандитизма, бандитизма. Один взгляд. Вот что такое? Кто тут? Кто тут ест? Без нее, без Розы, без Корлеоне. Анекдот. В общем, развлекаемся по полной. И еще у нас один есть кусочек кормления. А Виолет с подружками едят отдельно сегодня. Я сегодня отдельно кормлю. Потому что их мультик и не дают. Здесь Даша сегодня. Даша сегодня яичко снесла. Молодец такая. Вот они там все трескают. Отдельно от всей честной компании. Эти там. Малышки все здесь, красотки.